Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Хижина Музыканта. Меня зовут Раиль Арсланов. И прямо сейчас мы находимся в Европе. Будем делать подходы к иностранцам с губной гармоникой плюс битбокс. Такого еще не делал никто, ну только я в том году во Франции, поэтому обязательно посмотрите ролик вот здесь в подсказках или в описании. Этот выпуск набрал 4 миллиона просмотров. То есть суть такова, что будет чат-рулетка в реальности. И не забудьте подписаться на канал, поставить лайк перед просмотром. У нас три цели: снять выпуск, посетить 7 новых стран за 20 дней и, конечно же, посетить концерт группы Depeche Mode. Это просто моя мечта, поэтому обязательно досмотрите данный ролик до конца и кайфаните. Приятного просмотра. Girls, excuse me, can we shoot a little video together for my Instagram? I'm going to play for you on my harmonica, and you will just react or not, okay? Now, one minute. Yeah, this is my camera. Do you know what is it? Yeah, harmonica. Yeah, where from? Ireland. Dublin. Okay. Dublin. Wait, good. What do you listen to? You? Just listen, and if you like it, show me it. You know. Maybe this. Good? Yeah, I like it. Have you ever listened it? No? No. No. Thank you. Have a nice day. Oh, we got your Instagram. I can give if you want. What? You can use your phone. Music together. How long are you here? It's our last night tonight. This is? Thank you. Okay, thank you. Have a nice day. Nice Bye. To you. Bye. Блин, как же спасать знание английского языка? Без него не то, что не снял бы этот выпуск, банально не знал бы, как спросить дорогу или что-нибудь в магазине. Поэтому это очередной раз говорит о том, что, ребята, нужно изучать английский язык. И пользуясь случаем, хочу вам порекомендовать своих фаворитов школу английского языка Wall Street English. Wall Street English — это не просто школа, это уникальная международная школа с 50-летней историей и опытом преподавания, которая использует, кстати, особую смешанную методику изучения английского языка. Это не та история, когда вы один на один остаетесь на сайте, сами что-то там занимаетесь, решаете какие-то трудные задачи и не знаете, у кого что спросить. У вас будет персональный наставник, который поможет сделать процесс обучения максимально комфортным, естественным и нескучным. Причем Wall Street English дает еще финансовую гарантию результата, и в конце обучения вы получите диплом международного образца, подтверждающий ваш уровень владения английским языком. Обучение проходит онлайн и по удобному вам графику, поэтому запись на занятия доступна 22 часа в сутки. Надеюсь, наконец-то мой пример уже замотивирует вас изучать английский язык, и вы просто перейдете по ссылочке в описании, сделайте первый шаг свой, воспользуйтесь промокодом Хижина, получите 40% скидку и начнете изучать английский язык вместе с Wall Street English. Ребятки, в Амстердаме прошелся ураган, повалил многие деревья, столбы. Прямо на проезжую часть упало дерево. С корнями вырвало. Так, большое дерево, ребятки. Guys, hello. Can we shoot a little video for Instagram together? Yeah. I will play for you on my harmonica, and you can give me your reaction, okay? Okay. Oh, yeah, it's my harmonica. Okay, I will play. Here, where's my? This is my camera, okay? Do you know what is it? Yeah. Okay. Thank you.
Thank you. Have a nice day, guys. Bye. Bye. Can you give us your Instagram? Yeah, I can give. Ребята, а сейчас я хочу вам рассказать случай, который произошел с нами в Стокгольме. Первый день, просто вышли прогуляться, смотрим, идет навстречу парень, который сверлит меня глазами. Он был не один с друзьями, и вскоре он просто замер на месте и не мог поверить, что это я нахожусь перед ним сейчас. Это оказался мой ученик, который учился по моим урокам на этом канале Хижина Музыканта. Вот такие вот приятные душевные моменты хочется запечатлеть здесь, в истории канала. Смотрим. Это коты. Что-то сыграй, пожалуйста. Да вообще я не знаю, что. Скажи мне сам. Не знаю, тут пофиг. Свое. А ты типа какая из них не знал? Здорово! Подписчики или кто бы ни был. Да? Нифига себе. Давай, давай. А что ты делаешь? Три. Приехали, да. Неплохо. Я выбираю жизнь. Пожалуйста, можешь автограф сюда поставить? У тебя есть что ли чем? Да, дай, пожалуйста, домой. Чего вы гуляете с гитарой? Ты выступаешь? Я нет, но я... Бомжи! Просто на всю гитару, вот сюда, прям вот так. Да ладно, не Да-да, надо. Давай, не давай. Месяц, не месяца, давай, вот давай сюда что-то. На угол, вот здесь. Давай, откуда приехали? Мы с Украины. Я тут уже 5 лет живу. Нет, а ты что тут делаешь? Ты же, что ты делаешь? Мы впервые приехали посмотреть. Надолго? Да нет, 2 дня. Норвегию. Я приезжаю, ты меня посмотрел с баяном. Да. Только вчера. Да? Давайте. Посмотрите подписчики, кстати. 2 миллиона 700. 2 миллиона 700. Васюха, давай тут. Это просто нереально. Привет, брат. Пойдем к девчонкам подойдем. В Швеции, в Стокгольме. Я не знаю. Попробуем. Hi. Can we shoot a little video together? Yeah. Do you have TikTok? Oh, it's yes. Online. I'm sorry. Live stream. I'm sorry. I play this instrument. Do you know what is it? No. You don't know? It's HQD? Okay. No. It's harmonica. Uh-huh. It's good instrument from Germany, you know. Okay. But you don't know how it sounds, yeah? Yeah, I know. You know? Yeah. Try? No. Try. No. Okay, do you know what is it? Yes. Oh my god. Maybe you play something, guitar, sing? No, nothing. Okay, I will try to play for you something, okay? Yes. It's just video with your reaction on my playing, okay? No. I didn't start yet. Did you expect it? Yeah. Like, it's amazing, really. Amazing. It's amazing. No one expects beatbox on this instrument. Yeah. They think I will just play melody and that's yeah. it.
Yeah. That's really cool. And do you know a lot of musicians in Sweden, Stockholm? No? Not really, no. No? And you are study? Yeah. University? No, university and school? No? No? No. Like, we are here about 2 years. 2 years? Yeah. Where are you from? We're Ukrainian. Ukrainian? Yeah. Реально? Да. А что вы так хорошо говорите, ё-моё? Мы из России. Ладно. Ну, мы из Казани, я приехал. Знаете, Татарстан Республика? Да, офигеть. Я не ожидал, я не думал, что реально. Прикольно. Мы вот на 2 дня приехали, думаем, надо бы снимать что-нибудь, там, подходы к иностранцам, все дела. Это офигеть. Прикольно. Крутая идея, правда, очень хорошо. Да, ну, у меня есть канал на Ютубе, вот, и я развиваю. Там музыку играю, всякая гитара, там, баян, чат-рулетка, все дела, вот. Ну, чисто на позитиве все. Раиль, там 10 телочек, слабо им спеть? Нихера, блин, что-то стрёмно. Да давай, не очкуй. Да? Поехали. Девчонки, привет! Чё вам спеть? Гуляю, я один гуляю, что дальше делать я? Что-то им не понравилось. Или это ты им не понравился, короче, ты испугал. Пикап не удался. Ну ладно. Ну что-то как? Да, отлично, гуляем по Стокгольму, кадрим девчонок, играем на губной гармошке. Что может быть прекраснее, да? Сегодня погода классная, свежо. Собственно, знакомьтесь, моя резиденция, хижина музыканта. О, слушай, там уже хозяева, походу, в этой резиденции. Тихо, наверное, здесь нет. Кому? Боишься? Вот, тебя там. Давай, за 100 баксов дойдешь до них? За 100 баксов? Ты что, реально мне дашь 100 баксов? Да. Серьезно? Да. Давай. Что-то вообще стрёмно. Ну, давай попробуем. Girls, hi, excuse me. Can we shoot a little video together too? Huh? Can we shoot a little video what together? What video is it? I will play for you on musical instrument and you will just react. Maybe some dance. Reaction? Huh? Some reaction. Yeah, yeah, only reaction. Okay. Good? That's cool. I don't want to. Okay. Do you know what is it? I know what is it. Munspel. Huh? Munspel. Oh, in which language is it? Swedish. Ah, no, maybe, maybe. It's a German musical instrument. A harmonica, you know? Oh. Yeah, I will play a little, okay? Maybe this. It's a good idea. Thank you. You're welcome. Keep doing it. You are from Sweden? Yeah. From Sweden. Nice. I'm from Russia. Nice yeah. to meet you. Nice to meet you. Nice bye, girls. You. Bye, have bye. Have a nice day. Have a nice trip. Yeah. Thank you. Bye. Ну что, ребятки, после 3 дней поиска мы нашли фирму, которая предоставит нам машину, чтобы добраться из Швеции в Норвегию. Пока что сели перекусить в Икее. Через час машина будет готова. Мне здесь параллельно монтируется ролик с Пашкой, который выйдет сегодня вечером. Вот так вот на коленке приходится все делать. Как детстве забьем на дела. Будем просто гулять с ночи до утра. Беззаботные дни утекут как вода. Но улыбки друзей не забыть никогда. Беззаботные лето, лето, лето. И до рассвета. В общем, друзья, сидим, кушаем. За окном прекрасный вид, и я думал, там просто пенечек. И мысленно подумал, что это если олененок или какая-то живность, и спустя время оно ожило. Давай посмотрим, что они едят. Давай. Угости, может, чем-нибудь. 5 дней. Пять дней? Да. Смотришь?
Вы постоянно? Да. Друзья, прямо сейчас находимся в Болгарии, в столице София. И только что вы видели фрагмент, в котором ко мне подошел болгарин. Он не говорит по-русски и по-английски, он со мной общался на болгарском, но мы поняли друг друга. Так вышло, что он смотрит мой канал, и это говорит о том, что мое творчество уже вышло за рамки России, смотрит и по всему миру. Это безумно приятно. Ты же, ты гонишь, вот все нормально. Ну, он добрый, ребят. Классное дело, дед. Это хорошо, на самом деле. Я не знаю, что ты говорил, но это звучит хорошо. Спасибо. Можем мы снимем видео вместе? Да, я имею в виду. Давай сделаем это. Хорошо. Мы можем стоять здесь. And I'm going to play harmonica for you. Okay. And what do we I need to do? I need your reaction just, okay? Okay, okay. I expected from going on this this hike. Ah, yeah. Amazing. I hope it's not poisonous. They're not poisonous. They're not poisonous. I'm abusing it. I can show you. So cute. Oh. All I wanted, all I've been needing is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do. Друзья, мы уже проехали Швецию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Германию, Болгарию и Румынию. 7 новых стран. И прямо сейчас находимся в Италии, в Болоне с конкретной целью. Мы приехали осуществить мою мечту, посетить концерт легендарной группы Depeche Mode. Вы только вдумайтесь, какой большой путь нам пришлось преодолеть, чтобы сюда попасть, особенно в это нелегкое для россиян время. Народ уже потихонечку собирается. Еще 5 часов до начала, но просто ужасная жара, солнце не щадит никого. Но истинные фанаты сидят, загорают, как видите. С Depeche Mode у меня связана знаковая история в моей жизни, которую я вам сегодня расскажу. Короче, рассказываю. С депешами меня познакомил мой отец Равиль, который рос на этой группе и являлся любителем их творчества. Как сейчас помню, когда я был маленьким, а он, приходя домой пьяным, частенько любил включать концерты депешей 80-х годов и, показывая на Дэйва, говорить: «Вот кем ты должен стать». Сегодня я исполняю не только свою мечту, но еще и мечту отца, который явно хотел бы тут побывать. Ну а я с каждым днем становлюсь ближе к той мечте, которую лелеял в маленькой комнатке у себя в поселке Джалиль. Да, я уже собираю тысячные залы, но впереди еще много работы, поэтому обязательно приходите на мои концерты в России этой осенью. Список городов вы видите на экране. Увидимся. Ссылочка в описании. We'll be right back.
Друзья, вы только посмотрите на этот шикарный вид. Мы сейчас находимся на высоте 2500 метров в Болгарии, в национальном парке Рила. Вы можете посмотреть на 7 Рильских озер. Это просто классное место. Именно здесь мне хочется завершить европейский ролик. Он был максимально затратным, потому что путешествовать по Европе очень дорого. Напишите, какая страна, чья реакция, и вообще в целом выпуск, как вам? Мне будет очень приятно почитать. И если вдруг наберем 150 тысяч лайков, договоримся так, попробую снять продолжение. Вот. Ну и до скорых встреч. Пока.